Выписка из единого государственного реестра недвижимости – документ незаменимый. Например, при покупке квартиры. В нем прописана кадастровая стоимость, имя собственника, арестована ли недвижимость, и это только часть полезных сведений, которые защитят от сделки с мошенником. А вот как получить эту заветную бумажку, знают далеко не все. Специалисты филиала кадастровой палаты уточнили. Сегодня документ выдают как в электронном, так и в привычном бумажном виде. Самый простой способ получить выписку – обратиться в МФЦ. Альтернативный способ есть с помощью выездного обслуживания. Это кадастр палат предоставляет такую услугу. То есть мы можем выехать в дом, офис, в любое место, по сути, да, на территории города Рязани. Примем запрос и также потом готовую выписку мы доставим по нужному необходимому адресу. В тренде сейчас электронный способ, говорят специалисты. В помощь три сайта – Росреестр, Госуслуги и Кадастровая палата. В первых двух выписка будет готова за 3 рабочих дня. В последнем – через онлайн-сервис Кадастровой палаты через пару минут. Только нужно понимать, говорят специалисты, что в выписке есть как бесплатные, так и платные сведения. Даром удастся посмотреть только кадастровую стоимость. В остальном сумма платежа будет варьироваться в зависимости от того, какие сведения и какая форма нужна. Но как раз платными услугами порой промышляют и мошенники на сайтах-двойниках. Надо обращать внимание на адрес, по которому вы перешли. То есть официальный сайт – это Росреестр.gov.ru, кадастр.ру – это официальный сайт. Если это какие-то иные адреса, это явно вы попали не по тому адресу и не стоит пользоваться такими услугами. Мошенники могут воспользоваться этим, например, при продаже квартиры. На таком сайте-двойнике и выписка будет стоить дороже, и содержать недостоверные сведения. По понятным причинам за такой липовый документ ведомства ответственности не несут. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».